Сегодня проводится акция «От обелиска к обелиску». Решили с Борисом Викторовичем расширить количество участников и пригласили все СУЗы и ВУЗы города. Мы приняли решение, что ребята будут не все сразу побегут, а по два человека от учебного заведения, и по пути будут меняться. Для меня это первое мероприятие в рамках техникума. Я так вообще биатлоном занимаюсь. В принципе, и 25-то можно пробежать. Занималась летом бегом и бежала от своего города тоже до другой деревни, до Березово. Там тоже было расстояние 25 километров, так что для меня это не проблема будет пробежать. У нас даже есть такая идея на будущее, может быть, реализовать велопробег по обелискам, допустим, в Саратовской области, где находятся все обелиски малых сел. Чтобы молодое поколение вспоминали нашу историю, вспоминали нашу великую победу.